Ровно 80 лет назад на экраны вышел фильм, который до сих пор считается одной из лучших картин мирового кинематографа. Таким увидели легендарного ночдива братья Васильевы, а следом за ним и весь советский народ. Стой! Куда? Василий Иванович, чехи с хутора выбили! Чехи? А винтовка твоя где? Актеру Борису Бабочкину удалось создать такой достоверный образ, что старики, жители Чебоксар, глядя на экран, вспомнили семью Чапаевых и заговорили о том, что комдив наш земляк. До сего момента считалось, что он уроженец Самары. Премьера фильма состоялась 5 ноября 1934 года в Ленинградском кинотеатре «Титан». Но «Титан» не справился с наплывом зрителей. Киноленту демонстрировали одновременно в нескольких залах. А в «Сатурне» Чапаевы крутили ежедневно на протяжении 2 лет. Идет отряд походным порядком. Где должен быть командир? Впереди, на лихом коне. Первый свой приз фильм «Чапаев» получил на Московском кинофестивале в 1935 году. Спустя 30 лет по итогам опросов мировых киноведов включен в сотню лучших фильмов всех времен и народов. Кстати, политический деятель, чье имя проглядывает сквозь эти слова, посмотрел фильм «Чапаев» 30 раз. Братья Васильевы и Борис Бабочкин получили сталинскую премию.